Вы знаете, вот снимаешь видео и не знаешь, что тебя сегодня ждет. Вроде бы весна, теплый день, прекрасная погода. Живи и радуйся, люби, трудись, уважай, цени. Занимайся собой, своими делами, ни на кого не обращай внимания, живи свою жизнь. Не получается хорошего настроения, потому что я бегаю с собакой, я не знаю, и не знаю того, что какой тяжелый день будет у меня сегодня. Да, рутина, жизнь. Но это проклятая война. Это проклятая война, девочки. Тогда я еще почитала комментарии. В общем, разного характера, на негатив не обращаем внимания. Значит, нам не по пути. Сегодня понедельник, прекрасная, хорошая погода, настроение хорошее. Хочу всем сказать, мои дорогие женщины, я не знаю, как вы, я 100% жду весну, жду цветов, жду хороших запахов и ароматов. Как любая женщина, наверное, думаете об этом. Девочки, вы, да? По поводу вчерашней песни. Я честно... У девочки от души, правда. Ну, вы знаете, вы же мою маму все знаете. По поводу стиха про Днепр. Что-то там я трандила, говорила по этому видео. Потом думаю, что там я несу? А кому оно надо? Лучше я что-нибудь такое классное, хорошее про свой любимый Днепр. Да, прочитаю стихотворение. Значит, девочки... Мне еще, которые пишут, Днепр, прям так, понимаете, я живу в городе Днепр. Во-первых, я Нателла с города Днепр. Как наш город только не назывался, я отвечаю. Смотрите, наш маленький еврейский городок, да, когда была Екатерина, проезжала на своей крови, ей понравился этот городок, да, евреи, промышленность, железо, руда, да. Нефть, газ в нашем городе, да, в те года добывали уже. Город маленький, трущобы. Екатеринослав, Новороссийск, Днепропетровск. Город Днепр на трех холмах. Самая-самая широкая река по ширине у нас в городе Днепр. И само название, да, прямо мосты. Левый берег, правый берег. У нас, я не знаю, остался ли проспект Петровского. Постамент Петровскому убрали много лет назад, 30, когда Украина стала независимой. Украина независимая страна. И Украина вправе решать сама, как называть города. Вот по поводу улиц у нас никто не спрашивал. А когда город переименовывали, у нас спрашивали. Так что, девочки, не пишите в утвердительной форме. В этом городе, где живу я, не надо мне... Во-первых, ты живешь в Днепропетровске. То, что вы говорите, это в 20-х, 30-х, 100-х. Да, вот это. Здравствуйте, дорогие девочки. Здравствуйте, дорогие зрители. Вот так. Мужчины, парни, ребята. Мужчины, парни, ребята. Дедушки. Дедушки, бабушки. Бабушки, женщины. Девочки. Знаю, у тебя такая тужесть, ты себе постоянно говоришь под нос что-то. Или я нервно больная. Ты нервно больная. Да?
Хорошо. Буду знать. Сегодня прям птички поют. Я только что Степаша на огороде бегала, снимала. Да, сняла только что для блога. Погодка такая. Не прям... глянь, сколько машин. Ну, да, потому что ты вышла, только что никого не было вообще. Как я довольна этим феном, если бы кто-то только за секундочку бы это знал. И тебе нравится, что он так вот волосы приглаживает, да? Это шо, после салона. Что он не распушивает их, да? А шампунь, как я купила, у меня вторая же банка же еще есть. Не знаю. Как тебе шампунь? Хороший. Вот она нам зашла, да? СССРовская. УССРовская. Там УССР написано. Ваза красивая стоит. Без цветов. Ну подожди, дай шанс людям. Хотя выключу, потому что она... Потеплело, все мыть машину. Ой, долго стою. Мама дорогая. Не, ну у меня просто катастрофа. Просто катастрофа. Она вся в земле, бедная. Сейчас пеной. Хорошо потереть. Мыло-мыло, напенило, у меня там еще 40 гривен, все, вода не включается, вода закончилась, ни теплая, ни холодная, пошла к администратору, он мне включил. Только он отошел, она опять закончилась. Ну такая кабинка, видно, мне попалась, я всегда в другой кабинке мою. Вот. Ну неприятно, все-таки, ну, это же не дешево. 140 гривен, это, ну, как это, как это? Я бы, конечно, могла и дома помыть, но сейчас условий нет. Надо же воду подключать. Попалась кабинка какая-то. Два раза звала администратора. Фух. Аж замерзла. Под таким напором. Фух. Где-то где-то остановиться, да повытирать ее. Да, не могу. Повести на ваш дзвінок. Будь ласка, зателефонуйте пізніше. Ми вільні, ми сильні, ми разом. Блін, огурці заказав ресторан. А ми забули взяти. Мої огурці. Так понравились мої огурчики. Мені все одно їх до хіра. Правильно, что не это самое? Погодка сегодня просто шепчет. Шикардос. Шикардос.
Спасибо вам большое. Пожалуйста. Наличка, наличка. Давайте наличку. Только наличка. Что, все, что ли? Что такое? И первая покупка. Сейчас заправлю. А в последнее время так часто. Это на, у меня на заправке, на этом. Да, бывает. Это везде так, походу? Ну, не каждый день. Ну, я попадаю на такую херню. Везде. Терминалы не работают, газ не могут заправить. Вот такие дела, малята. Вы знаете, тут целыми днями за рулем, ну, с понедельника, суббота, неделя, я так более-менее отдыхаю дома. Вот. И прямо должна вам сказать, что не хочет. В таких ситуациях бываю, это просто трэш какой-то. Ждем, чем это закончится. Все равно. Просто хотела глянуть, что-то ты опять красиво. Утром. И кроссовочки покажи, какие ты взяла. Такие. Под Баленсиагу сделаны. Ага. 1300. 1300? Угу. Вообще ни о чем. Клеенка, кожа, что ли? А, сеточка, да? Сеточка. Боже, 1300, ну, нормально. Вот эти мне нравятся, конечно. Ой, скини. Боже. А, скини, да? Угу. Это такая высокая посадка, обтяжка. Вот тебе будет очень хорошо. Я не маленький, я думала, я в них не влезу. Да. А потом смотрю, что размер 36. Можешь размер. Угу. Они такие были, помнишь? Конечно, тебе очень хорошо было. Только эти длинные у тебя были короче, почти коротко у тебя были. Такую рубашку. Ой, мой цвет. О-о-о. Сиреневая. И материал, как ты любишь, как вот на той белой, что я тебе покупала, да. Класс, хороший цвет. Наш любимый. Не знаю, чем он так притягивает меня, этот цвет. О, тебе, ты купила себе. Ух ты, ёперный театр. Вот это класс, тоже стоячие. Можно, ну, такие, они великоваты, но мне понравились. Так тебе, ну, свободный вариант, пускай, класс. Голубенькие такие симпатичные. Очень симпатичные, очень. Я думала, что если нет, то ты будешь туда. Очень симпатичные, вообще класс. Сильные такие. Угу. Шик Мадера. Да? Да. Надень один. Ой, мама дорогая, роди меня обратно. Мама, перероди меня, чтобы я была помоложе и носила такие каблучки. Устойчивый такой, нормально. Красиво смотрится на ноге. Очень. Ну, шпилька, конечно. Ну, это же не работать. Это а выход. Кто говорит, что у них работа? Кто в таких работает? Кто же говорит тебе об этом? Это на выход именно, что делай, пошла. Под все. Как раз сейчас, март-апрель. Другим боком поверни, пожалуйста. Да. Апрель самый раз. Угу. В общем, называются скини, да? Да. Как поназывают раньше? Брюки, джинсы и все. Сейчас скини. Вот такие. Боже. Извините. Да ради бога. Шик Мадера. Видишь, она даже ничего не передавливает. Ой, Людочка, доченька. Такие нелегко найти. Ты что, Волочкова, что ли? Не надо. Не надо. У тебя растяжка. Ух ты, ё-моё.
Молодец. Вот и ручки жлененькие. Хорошо смотрится вообще. Захотела, может, так. Угу. Шик модель шантеклера. Класс. Вот это вот под этот топик вообще супер. У нас сегодня такое настроение. Ну, молодец. Очень тебе хорошо в этих скини. Скини-хуини. Мне кажется, это сильно. Я аж с примерочной вышла, мне говорят люди других примерочных. Вау! Как вы влезли, девушка. С вазелин. Ну да, с такой фигурой, конечно. Да, хорошо. Очень хорошо. Молоденька, девчонка. Ты не, в этих скини ты не тетя Люда, а девочка Людочка. Для мамы ты всегда. Ой, так жарко в доме что-то, да? Ага. Что-то я натопила перед твоим приходом конкретно. Потому что я утром должна зайти. Ну, Люда, я не одна в этом доме живу. Давай с этого начнем. Под кроссовок будет вообще нечего делать. Сразу как образ меняется, да? Угу. Хорошенькие, доченька. Для спортивного стиля, ну, отлично. Конечно, я конечно. Тем более ты любишь спрыгнуть так вот, хвостик сделать. Шикарные. Их просто погладить, постирать и все. Вернее, не постирать, а погладить. Белая футболка можно тоже. Да, сделать. Да, да. Вот это голубая. О, вот это у тебя классная, да. Как раз. Вау. Да, да. Да, под кроссовок, под макас. Сюда коричневый топик, коричневый, все. Да. Шик-модера, шик-модера. Фу, жарко как. Шик-модера, шинтеклера. Надо. Ага, у меня тоже такой цвет есть. Хочешь выйти, зайчик? Давай, девочки. Без комментариев. Ага, 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 угу, ага, ага. Да? Други мои, други. Хочу их, пускай полежат сегодня. Хочу их скрутить и потом химчистку отвезу. Не знаю, куда я их буду стелить, ну, чтоб не воняли. А, как куда? Что я традю? Как это куда? Мне если не кухня. Здрасте. Вот, навожу уже порядки. Навожу порядки. Девочки, мы что, будем не скоро. Ой, не скоро, ой, не скоро. Ой, не скоро. Потолок, мойку выкинуть, окна, двери. Ну, хоть немножко вымою. Видите, что делается. Аж краска отлетает. Ну, потому что уже старая. Надо шкурить. Ой, там мастер придет, как два пальца об асфальт. Потолок здесь гипсокартон. Переклеют. А я только перекрашу. И стенку вот эту вот переделаю. Все. Короче, начать и кончить. Так, что-то холодно становится. Вон, сейчас банки опущу. Да, работы дофига. Дофигища, я бы сказала. Ну, что там? И не у кого узнать. Так, а что узнавать? Толку узнавать. Нема. Нема, нема, нема. Нема. Так главное, я... Я была дома, я поехала по хлеб. Я уехала. Приехала домой. И забыла купить хлеб. И поехала на Ксеневку за хлебом. Девочки, приезжаю, света нет. Я же говорю, нельзя мне из дому никуда уходить. Степа, гуляем, гуляем, гуляем. Наслаждаемся природой. Давай, наслаждаемся.
12:00, света нет, телефон садится. Может быть, сегодня даже видео не выпущу. Ну, я думаю, вы сильно не расстроитесь, да? А, ну да, ну да, свою святую святых я вымыла. Вымыла, все повымывала, даже посуду перемыла. И печку отдраила, все. К ремонту готова. Уже весной, когда будет тепло, все надо это повыносить. Смотрите, два мешка. Откуда оно-то все берется? Каждая баночка, какая-то скляночка. Вот это вот храню уже много лет. Никогда не пользовалась. Какая-то травка. Видите, еще выкидать и выкидывать, и выкидывать, и выкидывать. Ой. Ну, в этом году меня радует то, молодцы мои котики, девочки, вообще не воняет мышами. Нигде. Вот это мои коты пошарудили, да? Вот это они дали. Ой, как я мечтаю о окнах в этом году и дверях. И вот тут, я не знаю, это надо, короче, сошкребти, а потом вот это вот, как его зовут, девочки, скажите, как называют? Блин, ну вот это вот. Грунтов, прогрунтовать, только потом покрасить. Зашпаклюю маленьким слоем, прогрунтую и покрашу. И будет держаться. Потому что крашу, а оно не это самое, не берется. В общем, начните плакать, девочки. Фу, мама там доски эти моет. Уже можно в палисадниках. Это вчера было холодно, а сегодня уже можно... Ой, сегодня, завтрашнего дня, если будет вот такая вот погода, можно будет уже грести в палисадниках. Розы наполовину пропали. Людочка мне пишет за розы постоянно. В Инстаграме переписываемся. А, Люда, ты права. Люда, ты посмотри, что делается. Девочки, все, кто разбирается. Видите? Смотрите, все. Кобздец. Кобздец. Ну, я обрежу, конечно, до корня прямо. Обрежу. Видите, девчата? Так и зимы такой не было. Ну, вот им было ровно... Сколько, сейчас скажу вам. Вот это было бы 8-й год. Значит, розы столько не живут. Не показываюсь. Вид ужасный. Я расстроенная. Я должна сказать вам. Мои дорогие украинцы, мои дорогие одесситы. Одесса, девочки. Мои соболезнования. Новости идут. Мальчик 10 лет. 3 годика. 4 годика. И 3 месяца. Бедные детки. Я надеюсь, что... Не надеюсь, я знаю, что никто этого, мимо этого горя не пройдет. Фу, знаете, такое отчаяние охватывает, когда погибают мирные люди. Очень жаль, что нельзя ничем помочь. И когда эта, сука, ракета летит, конечно, каждый думает за себя, чтобы только остаться в живых. Мои одесситочки, девочки, украинцы. Пусть наши ангелочки, детки, упокоятся с миром. И будут ангелами на небесах. Вот дали свет, я включила и последние новости послушала про этих деток. Я не знаю, как люди будут дальше жить. Но еще раз хочу сказать, ни один нормальный человек мимо этой трагедии не пройдет. Я прошу прощения, что заканчиваю так видео. Со слезами, может, немного. Ну, сердце не выдерживает, мозги не выдерживают. В общем, всего доброго, мои дорогие друзья. Мои соболезнования, моя дорогая Одесса.